Всем здрасте! Наступили выходные. А что это значит? Это значит, что мы в новой экспедиции. Опять в Подмосковье. В дальние пока никуда не уезжаем. Времени особо нету. Здесь за моей спиной, в той траве, было, в принципе, урочище. Ну, наверняка, конечно, здесь хожено-перехожено, потому что Подмосковье. Но полазить, повыгуливать эквинокса, потренироваться ребятам нужно. Вот. Вон, грунты настраивают, тренируются. Вот. Потому что на майские собираемся опять на Белозеро. Уже такой более длительный выезд планируется. Вот. Ну а тут походим, посмотрим. Здесь полей много. В лес попробуем залезть. Снег, в принципе, практически везде сошел. Что нам покажет эта земля? Сейчас увидим. Свернутая. Так. Там прошли по луговине. Кстати, выражаю свою прям ругательную позицию, блин. Друзья, закапывайте ямки, ёб твою мать. Все ноги переломать можно. Ну что, сложно, что ли, я не понимаю. Он там на луговине. Прям ругаюсь. Вот. Тут подспал, тут вот первый сигнал у Димыча. Ну, отличненько. Крестичек. Пойдет. Ходим здесь. Это пашня прошлогодняя, я так понимаю. Удобно ходить. Да, дальше полили. Сейчас, кстати, говорят, и Теревов там встретили. Не успел заснять. Вот так вот. Давай. Чего-то появилось опять на свет. Че там, Димыч? ПРП что? Точно. Не знаю, что-то толка слишком. То ли бунт? Нет, не бунт, точно. ВРПшка, скорее всего, такого размера. Да, ВРПшка. Убитая? Да, да, да. Вот, мы не успел снег сойти, уже все попалили. Зачем? Столько положили. Какая пуговка выскочила, интересно. Я что-то такие не припомню. То ли были, то ли нет. Забавные. Воронье. Вот и пожаловала. Ой, маленькая-то какая. А что это такое-то? Блин, заперверни. Это не пул какой-нибудь. Ладно, потом рассмотрим. Вот какая чудо штука выскочила. Блин, прикольный, с эмальками. Смотрите, какой. Камушка, к сожалению, утерян. Но целенький. Интересно, что тут. Тут дорога была, а вот здесь прям, вон, видите, будка стоит. Вот там вот бы было где-то. Да, там улица, урочище тут было. А здесь, видимо, то ли дорога была, то ли что-то типа того. Медь убитая, да? Ну да. Суть по размеру такая же. И опять все здесь внизу, да, вот в этой низине. Интересно. Думаешь, машину перегнать? Да. Любка говорит это. Похоже, говорит, что там шурфили. Да? Там, говорит, гора железа какая-то сверху. Ты ямы. Вполне возможно. Ладно. Решили пока там забазироваться. Сейчас я машину туда перегоню. Походим, называется, рядышком. И ушлепали. Ни воду не взяли, ни чаек, ни кофеек. Но место интересное. Что-то попадается. Там еще полазим. А еще одно место есть на примете здесь, в лесу. Может быть, потом заедем, посмотрим, что там. Будет видно.
Так, друзья, переместились мы с того места чуть-чуть в лес и поле, немножко в другое место. Мы с Любкой идем по дороге, вот здесь старая дорога идет. Ребята по краю поля. Нет, это империя. У меня выскочил какой-то имперский сигнал. Сейчас мы его посмотрим. Итак, 855. Да в Сахаре, да, похоже? Или нет? Ну, отойдет, я думаю. Не факт. Не знаю. Вот такая штучка. И так и бродим. Она примерно совпадает. Примерно. Ну да. Такая интересная пуговичка с какой-то химеркой. Снег почти сошел. В самых глубоких местах. Ну, сантиметров 10 и то. Вон, смотрите, в основном все. Стаяло. Еще неделя дождей. Ребята по полю лазят, а у нас. Ложись, подожди. Руков надо. Ай! Кстати, глубоко. А у нас вот такая красавка выскочила. Кто там? А? Не понятно. Посмотрим. Под микроскопом смотрю. Князь великий. Дальше непонятно. Князь великий. Достаточно глубоко веник ее зацепил. Сантиметров, наверное, 15. Вон, я пальцем выколупывал уже оттуда. Может, в тубус или сама к себе? Ладно, давайте смотреть. Только выключили камеру из этой же ямочки. Бабах! Дай-ка я попробую приближу вот это. Вот это попробуй. Сейчас не дергай. Царь великий. Не пойму я что-то. Копейка, мечник. Деньга с мечником. Ну да. Тут ни хера себе. Подожди. Сейчас выключить пока. Да нет. И еще одна чешуечка. Кто же ты есть-то? Иван. Великий Иван. Вот здесь. Грозный. Грозненская, да. Сейчас приближу. Иван. Нихера себе. Пятая? Пятая. Давай-ка еще посмотрим. Продолжаем смотреть эту яму. Сколько уже? 6 штук? 7, да? Это и еще. Там сигналит. Где? Где-то сигналит, надо пином подходить. Сейчас, о, запыхался. Кучка? Кучка. Кучка, кучка. Не урони. Собирай кучку. Ай да лес. Это одна? Ребята где-то по полю шастают. А не уделка? Нет. Нет? Я все надеюсь. Нет. Псковская. Псков, да? Да, Псков. Точно. Так, черт. Куда их девать? Вон, хабарницу куда-нибудь положи. Не надо свою. Куда-нибудь его отложи и на нее складывай. Чувствует, мое сердце там еще есть. Мне тоже почему-то кажется очень сильно. Тут смотри. Все. Да все, все. И еще. То ли на тебя сова, то колец нет на тебе? Нет, я не ношу кольца. Кинь ее куда-нибудь, я сейчас ее прозвоню. Ладно. Ребята, мы дозвонились. Тоже сейчас идут на помощь.
Сигнал идет вот от... 14-я точка. Хорошо. Сигнал идет из-под корня, оттуда. На данный момент 16 штук. Даже если кошелек, то, в общем-то, неплохой кошелек. Потом под микроскопом посмотрим, что там. Ну, псковка, по-моему, была и крупная достаточно. Сейчас ребята помогут. Там надо обкопать этот корень. Даже рубить, если его рубить пилить... допилить жалко. Чего пилить? Его надо обкопать, и вот он под ним. Под ним. Итак, как бы ни надеялись мы на кладуху, сейчас подровняем еще. Кончилась чешуя пока. Сколько там их? 20 штук, да? Не знаю, считал. По-моему, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22. 22. Мы сюда еще вернемся, когда снег сойдет. В общей сложности было обнаружено 22 монетки периода правления Ивана IV Грозного. Монеты ходовые, имеют потертости и сбой чекана, так что не все удалось сфотографировать четко. В кошеле оказались мечевые копейки периода чеканки 1535-1538 года Московского монетного двора. Как предполагают, именно серия монет данного типа с изображением всадника с саблей или мечом по весу соответствовала новой копейке 0,68 грамма и открыла денежную реформу Елены Глинской, матери Ивана IV. На оборотной стороне этих монет помещалось имя великого князя Ивана, а в конце легенды стояли три буквы «ПСК». Также были идентифицированы новомосковки или деньги весом в половину копейки, приблизительно того же периода и с идентичным изображением всадника и легендой. Кроме того, в кошеле есть предположительно одна деньга Тверского денежного двора, так называемая новомосковка, которая чеканилась на начальном этапе денежной реформы. Среди работавших в то время четырех денежных дворов Тверской отличался скудностью чеканки и небольшим разнообразием монетных типов. Чеканка денег началась с анонимных типов и была продолжена именными с буквами H, M, W и без букв под всадником. Четкого фото сделать не удалось. Новгородский денежный двор открыл чеканку анонимной копейкой без букв под всадником в 1535 году. Всадник в великокняжеской шапке и с буквами ФС под конем появляется на копейке, которую начали чеканить с 1542 года. Поменялась и легенда на обороте. Теперь там находилось имя князя. Князь Великий Иван всея Руси. После коронации Ивана IV начинают чеканить копейку с буквами ПС под конем и всадником в трехчастном венце. В легенде появляется царский титул «Царь и князь Великий Иван всея Руси». В первой половине правления Ивана IV Псковский монетный двор работал умеренно и чеканил копейки и полушки. С 1535 по начало 1550-х годов здесь выпускались только три типа копеек. Копейки великокняжеские безымянные с буквой «А» под всадником, а после 1547-го царские именные копейки с буквами И, В, Я и ГР. Наибольшее количество копеек было выпущено с буквами ГР, выпуск которых начался ближе к 1550-м годам. Идем по дороге вот по этой в сторону машины. Вот теперь сечение эпох. Кошель чешуи и тут же рамочка какого-то года. Сейчас скажу какого. Не скажу. Не понял? Да. Я думаю, что у меня штанги слетают. Много пинов на себя повесил. Нет. Мы продолжаем разговор. Царики, царики, ух ты. Годик. Его надо. 1800. Где фокус? Цари!
Десятый. Царский. Царский. 810. 810. Так, дядя Дима ушел кашу готовить, а мы по чуть-чуть продвигаемся. У него пряжечка, монеточка, деньга. И все на штыке примерно. И ходячку только что со штыка вынул, охренеть. Так, у дяди Саши у нас теперь по дороге. Батюшки мои, что только маленькие. Нифига. Непонятно. Да. Ну да. Короче, лес вот этот, вот не этот березняк, а за ним, который старый. Очень интересный оказался. Мы сюда, конечно же, приедем еще. Да и поля, смотрите, сейчас трава лежит везде. Пока еще ходили. Но сигнал очень глубокий. Все, видимо, спокон веков не пахали. Дело движется к закату. Распогодилось окончательно. Днем еще, конечно, дождик попытался пойти со снегом. Сейчас уже все, красота. Находки я раскладывать не буду, потому что вы наверняка уже все интересное увидели во вставках к этому видео. Во всяком случае, интересно ему, конечно, встанет. На этом вот такая красота. На этом прощаемся с вами. Всем спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, кому интересно. Ставьте всякие разные пальцы. Всем пока!